Здравствуйте, друзья! В этом видео предлагаю вам посмотреть на рисунки татуировки на тему зимы. Эти рисунки мы приурочили к празднованию Дня Зимы, ну а по факту к наступлению зимы. В материале мы расскажем немного интересных фактов о празднике и, конечно же, предложим вам посмотреть на рисунки татуировки, которые так или иначе можно отнести к зимней тематике. Здесь вы сможете увидеть популярные снежинки, горы снега, мороз, лед, зимние виды спорта, а также все, что можно отнести к этой тематике. Немного интересного про праздник. Зимние ночи или День зимы – это так называемый праздник скандинавского Нового года. Дата эта является плавающей, и в этом году, в 2021, она отмечается 30 октября. Дата ознаменовывает окончание приготовления к зиме и предлагает людям немного забыть о суете и поразмыслить о высоком и истинном смысле жизни. Зимние ночи или День зимы – это праздник, который широко распространен среди стран северных широт, таких как Исландия, Норвегия, Финляндия. Для этих людей значимость зимнего периода была особо высока. Суровые зимы этого региона ставили на колени не только отдельных людей или мелких фермеров. Зима предъявляла особые претензии для всех, даже для целых крупных городов и стран. От того, как руководство города либо страны будет вести свою политику в зимний период, напрямую зависело, будут они жить после зимы вообще, или люди с ними расправятся, если решения принимались ими неправильные. Немного интересного про зимние татуировки. Как бы я ни пытался изловчиться, но самыми популярными рисунками зимней татуировки будут снежинки. Снежинки будут самыми разными. От мини-рисунков татуировки, которые очень часто выбирают для себя девушки, до крупных акцентированных рисунков с огромными большими снежинками, часто высокохудожественными рисунками, которые наносятся на тело человека. Второй же категорией использования снежинки в татуировке является использование снежинки как элемента комплексной татуировки, то бишь мы имеем там 2-3-5 рисунков в композиции, среди которых присутствует снежинка. После снежинок по популярности следующими идут снега, а также снежные пейзажи. Это могут быть либо заброшенные в лесу избушки, покрытые снегом, холмы, вершины гор заснеженные, а также зимние лесные животные в снегу. В отдельную подкатегорию я бы, скорее всего, вынес татуировки экстремалов или экстремалов, а по факту людей, которые выбирают для себя экстремальные виды спорта. Эти люди очень часто наносят на свое тело зимние татуировки, будь то пики гор, покрытые снегом, воткнутые в снег лыжи, сноуборды, защитные маски для лица, которые нанесены на фоне заснеженных гор. В общем, вы меня поняли, экстремалы очень часто наносят на себя татуировки про зиму. Отдавая дань празднику, а также подготавливаясь к зимнему периоду, дальше предлагаю вам посмотреть на подборку интересных, оригинальных и, на мой взгляд, классных рисунков татуировки про зиму. Кроме того, как всегда, приглашаю вас на tatufoto.com, где вы сможете найти информацию про значение любого рисунка татуировки, посмотреть свежие, интересные, классные тату-работы на фотографиях, подобрать эскиз для своей будущей татуировки, почитать новости, интересные статьи на эту тему, а также сможете познакомиться с нашей эксклюзивной рубрикой «Уличная татуировка», когда мы вооружаемся фотоаппаратом, выходим на улицу и бомбим для вас настоящие фотографии с людьми, у которых есть татуировки, чтобы вы могли познакомиться не с зафотошопленными рисунками, которыми пестрит Инстаграм, а с реальными образами людей, реальными татуировками. На этом все, удачи!